Тбилиси. Баррикады на главном бульваре города. Москва. Столица прав человека на ближайшие 4 недели. Германия. Визит Александра Яковлева, личного представителя советского президента. Москва. Министр обороны СССР Шапошников совещается со своими республиканскими коллегами. Киев. Внутренние и пограничные войска на территории Украины переведены в ее подчинение. Одесса. Вспышка холеры. Добрый вечер. Сегодня в Москве открылась конференция по человеческому измерению в рамках совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Первая новость появилась еще до того, как началась сама конференция. Новый министр иностранных дел СССР Борис Панкин с утра сообщил, что к 35 странам Европы и Северной Америки, участвующим в Хельсинском процессе, добавились три новых члена – Литва, Латвия и Эстония. Теперь, стало быть, их будет 38. Затем с 30-минутной речью выступил Михаил Горбачев. Он подробно остановился на причинах провала недавнего переворота, практически сведя в одно целое то, что уже говорил по этому поводу раньше. Итак, главный урок для нас из августовских событий – решительность, смелее, быстрее идти вперед по пути демократических преобразований к новому союзу и рыночной экономике. Президент дал понять участникам конференции, что они приехали в новую страну, сославшись на недавнее решение съезда народных депутатов СССР. Он особо подчеркнул, что свобода, честь и достоинство человека станет высшей ценностью и правовым фундаментом нового союза. То, что было сделано в дни после разгрома путча, открывает величайший шанс. И очень надеюсь, что теперь на Западе отнесутся с большим вниманием к тому, о чем я настойчиво и многократно говорил, призывая к практическому и результативному сотрудничеству с нашей страной. Экономическая тема доминировала, очевидно, и в ходе личных встреч советского президента с министрами иностранных дел нескольких государств. Сегодня днем таких кратких бесед за рамками конференции у Горбачева было по крайней мере 5. И примерно столько же их было у российского руководства. Кто знает, может, эти рабочие встречи имеют сегодня для нас едва ли не большее значение, чем происходящее на форуме. А тем временем в колонном зале Дома Союзов подряд шли выступления руководителей делегаций стран-участниц общеевропейского процесса. Все они так или иначе выражали свои симпатии в отношении новых демократических процессов в нашей стране и говорили о необходимости создания более безопасной и стабильной Европы. Завтра здесь же состоится очередное заседание конференции по человеческому измерению. А когда министры иностранных дел разъедутся по домам, на авансцену форума выйдут эксперты и представители многочисленных общественных организаций, коих приехало в Москву более 10 тысяч. Несколько поколений советских журналистов бились насмерть за права американских индейцев и негров, заступали за бездомных и безработных, за политических заключенных во многих странах мира. Как и следовало ожидать, полуправда о проблемах Запада оказалась хуже всякой лжи. С 85 года мы много нового узнали об обществе, в котором живем и которое сами построили. Права человека в нашей стране гарантированы Конституцией. Другое дело, как ими воспользоваться. По данным Международной амнистии Всемирной организации правозащитников, в СССР сейчас насчитывается более 30 узников совести. События в Тбилиси, Баку, Вильнюсе заставили очень многих усомниться в самой возможности вырваться из замкнутого круга тоталитарной системы. Но 6 лет перестройки прошли не напрасно. Свобода слова, свобода совести, свобода убеждений, политический плюрализм. Однако все эти достижения могут вновь оказаться под угрозой без свободы экономической. По уровню жизни Советский Союз находится на 82-м месте в мире. Это данные комиссии ООН. Мы только начали осознавать, что главное богатство страны – это человек. В Москве в эти дни продолжается процесс, начатый в Европе. Пятое измерение – это измерение человеческое. Для Восточной Европы тема нарушения прав человека становится все более острой. Несмотря на присутствие группы экспертов европейского сообщества, в югославском городе Осиек вновь возобновились вооруженные столкновения. Со времени провозглашения Хорватии независимости от Югославии там погибли 400 человек и 2000 были ранены. Еще 10 дней назад мы получали куда более полную информацию из Югославии от наших собственных корреспондентов. Этот материал Виктора Нагина и Геннадия Куренова вы видели в программе «Время» 31 августа. По
Последний раз они вышли на связь 3 сентября, после чего выехали в Хорватию, в город Осиек. Уже неделю идет активный поиск пропавших журналистов. Сегодня в Белград вылетел наш специальный корреспондент Александр Анциферов. Мы связались с ним по телефону. Есть ли какие-то новые известия о Викторе Нагине и Геннадии Курином? Мы очень волнуемся. Вот я сейчас нахожусь в бюро информационного агентства «Новости» в Белграде. Это бюро превратилось, по сути дела, в штаб по розыску наших журналистов. Сюда втекается вся последняя оперативная информация. Сюда звонят люди, звонят из разных уголков страны. Особенно участили все эти звонки после того, как в Югославии стало известно об обращении президента Горбачева по поводу исчезновения Виктора Нагина и Геннадия Куринова. Люди хотят помочь, но, к сожалению, сведения, которые они передают при этом, настолько противоречивы, и пока ни одно из них не нашло подтверждения. А как себя чувствуют их семьи? Я сегодня виделся и с Галиной Нагиной, и с Галиной Куриной, это жены наши, Сапкоров. Они мне рассказали, что им звонят люди, просто чтобы оказать им, ну, моральную поддержку, чтобы поддержать в эту трудную минуту. Они вот сегодня обратились к участникам международной Гаагской конференции, обсуждающие ситуацию в Югославии. Они обратились с призывом включить в повестку дня эту конференцию вопрос о розыске их мужей. Они не теряют надежды, но, в общем-то, и мы не теряем. Две особенности отличают повестку дня московского совещания стран-участниц СБСЕ. Это положение в Югославии и проблема прав человека в государствах, которые на наших глазах возникают на территории Союза. На наших глазах возникают и проблемы прав человека в разных республиках. Может быть, наиболее остро эти проблемы выглядят в Грузии, возглавляемой человеком с репутацией правозащитника Звиадом Гамсахурди. В Тбилиси по-прежнему сохраняется напряженная обстановка. Страсти так накалились, что сегодня у здания штаб-квартиры партии национальной независимости Грузии появились баррикады. Также усиленно охраняется милицией и гвардейцами дом правительства. Здесь голодают сторонники президента Звиада Гамсахурдия, требующие наказания зачинщиков беспорядков. Ежедневно у дома правительства устраиваются многотысячные митинги поддержки президента. К оппозиционным силам присоединились грузинские монархисты. На проспекте Руставели протестуют и представители Национально-демократической партии Грузии. Президент Звиад Гамсахурдия издал вчера три указа, согласно которым создано Министерство обороны Грузии. Гвардейцам, находящимся в пригородном местечке Шавнабада, велено занять городские казармы, а на пост исполняющего обязанности министра обороны назначен 38-летний тбилисец Нодар Георгадзе, председатель Грузинского союза ветеранов Афганистана. Стараясь овладеть ситуацией, власти не только подтягивают верные части Национальной гвардии республиканского МВД, но и применяют испытанный метод. В тбилисских магазинах, по сообщениям, в последние дни неожиданно появилось мясо и масло. Эти сведения от зарубежных корреспондентов, возможности наших ограничены. Передачи центрального и российского телевидения в Грузии прерваны. Республиканское передает новости, а в перерывах документальные фильмы о Звиаде Гамсахурде, а также интервью с ним и с его соратниками. Сторонники Гамсахурди хотели получить слово в эфире программы «Время», и эту возможность мы им предоставили. Весь грузинский народ надеялся на то, что с приходом истинного демократа Егора Яковлева на телевидение положение изменится. И телевидение прекратит ту необъективную травлю, которую ведет постоянно против законного правительства Грузии. Правда ли то, что программы центрального и российского телевидения в Грузии сняты с эфира? Со вчерашнего дня. Правда ли, что и Шеварднадзе, и Китавани, пусть они политические деятели разных масштабов, и целый ряд крупных деятелей грузинской культуры состоят в этом списке врагов Грузии? Это так или не так?
Вы знаете, Грузия сейчас находится в экстремальной ситуации. В экстремальной ситуации. Мы находимся в окопах, мы сейчас ведем очень тяжелую борьбу и физически, и морально во всех отношениях. И все те люди, которые мешают этой борьбе, которые вольно или невольно льют воду на мельницу противника, я считаю, что можно их, конечно, квалифицировать как врагами грузинского народа. Эту информацию мы оставляем без комментариев. Еще не раз и не два, а многократно будем мы возвращаться к событиям августа нынешнего года. И вот сегодня в центре Москвы открылась выставка, посвященная тем памятным трем дням. Музей революции. Но все чаще говорят о том, что правильно его называть во множественном числе. Музей революции. Сегодня сюда пришли москвичи, гости столицы. В одном из залов экспонаты, принесенные с улиц города, с площади перед Белым домом России. Здесь металлические штыри, которые москвичи вставляли в гусеницы танков, чтобы их остановить. Котелки, в которых согревали чай в дождливую ночь, когда ожидался штурм Белого дома. Здесь флаги и плакаты тех дней. На открытие выставки пришли и некоторые участники тех событий. Это уже история для них? Они отвечали отрицательно. Они считают, что это для них и сегодняшний день, и начало их будущего. Эдуард Шеварднадзе призвал к открытому суду над путчистами, даже если на нем прозвучат факты, компрометирующие Михаила Горбачева. Это он сказал в интервью для газеты «Московский комсомолец». На сегодняшний день в Национальную гвардию России записалось около 3000 человек, в основном молодежь до 25 лет. Вероятно, они не будут служить в советской армии. В Афганистане сегодня освобожден еще один советский солдат. Намаз Алаяров находился в плену с октября 1987 года. Иван Силаев надеется, что экономическое соглашение, разработанное его комитетом, будет подписано в течение месяца. Выборы Муталибова на пост президента Азербайджана – фарс и сплошная фальсификация. Об этом заявил руководитель информационной службы Народного фронта республики корреспонденту «Студинформ». Во многих районах страны продолжается борьба за демократию, которая иногда принимает угрожающие формы. Митинги следуют один за другим, 3 недели кряду. Все это время остаются блокированными и центральная площадь города, и здание Совета министров республики. Политический кризис достиг наивысшей остроты. Митингующие добиваются немедленных демократических преобразований. Одна из важнейших информаций дня – отпечатаны первые номера новой общенациональной независимой газеты «Свобода», которая публикует подробные сообщения о сегодняшних событиях в республике. Продолжается запись добровольцев в Национальную гвардию. В ее рядах уже сотни молодых людей. Сформирован Республиканский комитет для разработки основных законодательных актов государственного устройства Чечено-Ингушетии. Люди после двухнедельного ожидания, отчаявшись, вынуждены были сами распустить. Народ вынужден был распустить этот Верховный Совет. Вот сегодня фактически вопрос с парламентом решен, он распущен. Но люди сейчас стоят, вот этот митинг продолжается, как поддержка или как защита того, что достигнуто. Сегодня народные депутаты Украины впервые заседают в парламенте, над куполом которого впервые взвился национальный синий-желтый флаг. А чуть пониже на фронтоне фасада, как символ законов прежней политической власти, не менее гордо реет и сине-красный флаг, бывший УССР. Сегодня особенно горячо спорят в парламенте народные депутаты, уверенно и конструктивно выдвигая свои предложения и конкретные меры по немедленной стабилизации экономики республики. Ибо по всему видно, уставший от разговоров и бесконечных обещаний народ Украины склонен усомниться в рациональности избранного пути. Сегодня я думаю, что час политики на Украине в какой-то мере уже отодвинулся, отошел вчерашний... Чистой политики. Да, чистой политики. Сегодня время экономики. Судьба Украины будет решена на референдуме. Поддержит нас народ или не поддержит.
Центральным, конечно, является вопрос внутренней и внешней политики независимой Республики Молдова, по которому выступил президент Республики Молдова Мирча Снегур. В контексте объявления независимости президент выделил основные направления работы парламента и правительства в области экономики, политики и культуры. Но в то же время в его выступлении прозвучала тревога о событиях, о положении в Приднестровье. И он призвал депутатов встретиться в течение одного дня с жителями Приднестровья для того, чтобы решить спорные вопросы. Обстановка в целом нормальная в республике, контролируется правительством. Конечно, я был бы не прав, если бы не сказал, что есть отдельные случаи, в частности, вот блокирование железной дороги, значит, Тирасполе в Бандерах, которые, значит, к сожалению, приводит к тому, что оказывает влияние, дестабилизирующее влияние на экономику республики. Все вопросы, которые возникают, решать конституционным путем, путем переговоров. Сегодня в парламенте Эстонии продолжалось обсуждение первоочередных для нового государства законопроектов. Вчера вечером некоторые средства массовой информации неправильно передали, что закон о гражданстве Эстонии уже принят. На самом же деле обсуждение этого законопроекта только начинается. Закон будет, видимо, выработан на основе закона о гражданстве Первой Эстонской Республики с 1938 года. А это значит, что при получении гражданства важную роль будут играть такие факторы, как знание эстонского языка и ценз оседлости. Хоть эти моменты присутствуют и в подобных законах большинства стран мира, в Эстонии они могут вызвать серьезную тревогу у русскоязычного населения. Нужно также сказать, что ряд политических движений и депутатов высказываются за так называемый нулевой вариант, то есть признать гражданами Эстонии всех, проживающих в данный момент на ее территории. Наш следующий материал демонстрирует, как тесно переплетаются экономика и политика. В земельный кодекс Республики Кыргызстан по инициативе ее президента внесена принципиальная поправка. Является достоянием исключительно кыргызского народа. Такая формулировка, естественно, вызвала протест не коренной части граждан. И, как известно, поводом межнационального конфликта в Ошской области стал именно вопрос о земле. Президент республики Аскар Акаев, создав прецедент, наложил вето на дискриминационную формулировку. Верховный Совет республики принял формулировку президента, по которой у всех граждан Кыргызстана равные права на землю. На последней сессии Верховного Совета СССР в своем выступлении я внес предложение дополнить наш будущий союзный договор очень важным документом, соглашением о гарантиях прав национальных меньшинств, проживающих в союзных республиках. Но, естественно, в первую очередь нам необходимо снять какие-либо возможные вопросы на сей счет в своей родной республике. В поселках Вилково и Келия в Одесской области зарегистрировано самое значительное в нашей стране после эпидемии 70-го года вспышка холеры. У нас давно уже таких случаев не было. На сегодняшний день выявлено и лечится, так сказать, 38 больных. И носителей холерного вибриона 90 человек выявлено. Причина – вода. Вода реки Дунай. Сейчас ситуация в Одессе контролируется санитарной службой? Да, я могу сказать с полной ответственностью, что ситуация контролируется. То есть очаг эпидемии погашен? Нет, очаг существует, но он локализован. И все меры, которые там приняты, позволяют мне сделать такое заявление. По прогнозам, нас ожидает тяжелая зима. Касается ли это проблем вашей службы? Ну, вы знаете, у нас есть опыт тяжелых зим. Ну, а с учетом вот нашей еще и нестабильности экономической, так сказать, и политической, конечно, служба должна быть постоянно в напряжении. Еще несколько коротких сообщений. Руслан Хасбулатов находится с пятидневным визитом в Японии. Между тем, Григорий Явлинский заявил, что острова, имеются в виду северные территории, нужно вернуть. Старого Союза больше нет, но остались внешние долги. Республиканские министры финансов обсуждают будущее рубля, а Эстония направила просьбу о вступлении в Международный валютный фонд. Президент Украины Кравчук собирается в Канаду и Соединенные Штаты за международным признанием и за зерном.
Правительство Латвии повысило с сегодняшнего дня цены на ювелирные изделия из золота и платины. Главный прокурор Литвы сообщил, что он получил разрешение допросить Язова и Крючкова в связи с их предполагаемым участием в подавлении советскими войсками движения за независимость в Литве в январе этого года. Это данные радиостанции BBC. Научно-производственное объединение «Элерон». До недавнего времени мало кто знал, что скрывается за этим звучным названием. И уж, конечно, здесь еще не ступала никогда нога журналиста. Попасть и сегодня сюда весьма непросто, хотя это уже стало возможным. Конверсия открывает и не такие двери. Пока не переведутся на свете нечистые на руку люди, а случится это, судя по всему, не скоро, продукция «Элерона» будет идти на расхват. Ведь здесь задумывают, проектируют и производят технические средства безопасности для самых разнообразных объектов. Именно «Элерону» было поручено в предельно сжатые сроки опоясать 30-километровую Чернобыльскую зону охранной сигнализации. Именно «Элерон» отвечает за систему безопасности всех атомных электростанций страны. Сейчас, например, его специалисты монтируют систему электронной защиты Третьяковской галереи. Наше объединение должно создать комплекс охраны «Онега» для охраны квартир граждан нашего города. Мы создаем средства технической безопасности для охраны автомобилей, для охраны дачных, садовых участков. Нет отбоя на рассекреченном «Элероне» и от западных бизнесменов. Опыт «Элерона», реальный, а не высосанный из пальца конверсии, убеждают, что не одними только лесом и нефтью можем мы торговать с Западом. Этот пример успешной конверсии, к сожалению, редкий. По многим оценкам, в том числе зарубежным, процесс конверсии советской военной промышленности растянется на десятилетия, а некоторые предприятия и целые отрасли конверсированы вообще быть не могут. И, может быть, в этой сфере наиболее ценное – это инженерные и рабочие кадры. Сегодня в Москве открылась рабочая встреча министра обороны СССР с полномочными представителями суверенных республик. В чьих руках будет ядерное оружие, волнует не только нас. Готовится встреча министров обороны стран НАТО, которой предстоит выработать стратегию своего блока. Во встрече участвуют все 15 суверенных республик, в основном это руководители военных ведомств. Идет разговор о том, как сохранить наши единые вооруженные силы и единое руководство ядерным потенциалом. Доброжелательный тон маршала Шапошникова и стремление к здравому смыслу у участников встречи дают повод для оптимизма. Во всяком случае, по убеждению министра обороны, вооруженные силы не должны вмешиваться во внутренние дела республик, на чьей территории они расположены. Они также не могут использоваться для решения межнациональных конфликтов. И главное, никогда не будут применены против своего народа. Сегодня Совет Безопасности приступает к рассмотрению вопроса о вступлении Латвии, Литвы и Эстонии в Организацию Объединенных Наций. Я не вижу проблем и буду счастлив увидеть три прибалтийских государства в ООН, заявил Перес де Куэллер в интервью французскому телевидению. Несмотря на вчерашнее заявление Гельмута Коля о том, что экономический спад на территории бывшей ГДР заканчивается, в восточных землях не прекращается выступление в защиту социальных прав трудящихся. Сегодня в Дрездене, Лейпциге, Эрфурте и других восточно-германских городах проходят акции протеста против заключения дискриминационных тарифных договоров. Мексиканский президент осуществил смелые реформы в области либерализации рынка, которые бы США хотели видеть в Советском Союзе и других странах мира. Об этом заявил журналистам Джеймс Бейкер, принимавший участие в заседании Мексикано-американской межправительственной комиссии. 28 полковников, генералов и адмиралов прибыли в США. Они прослушают курс лекций о перестройке вооруженных сил в известном во всем мире Гарвардском университете в Кембридже. Среди главных учителей и наставников – председатель комитета начальника штабов вооруженных сил США Колин Пауэлл и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джон Гелвин. Приватизация. Какой будет она у нас? Опубликованные в центральной прессе документы дают слабое, расплывчатое представление. Есть смысл приглядеться к опыту стран Восточной Европы, уже вставших на этот путь. Малой приватизации получился эффектом. Под занавес в Праге проданы несколько отелей, в том числе два плавучих «Адмирал» и «Альбатрос».
Всего на этом этапе приватизации в Чешской Республике переданы в частные руки объекты первоначальной стоимостью 3,6 миллиарда крон. Проданы же они за 5,7 миллиарда. Цену подняли аукцион. Но этот метод перевода имущества не был единственным. Те, кто еще до начала приватизации имел договоры на аренду предприятий, получали преимущественное право их покупать. Если, конечно, могли заплатить назначенную приватизационной комиссией цену. И в системе заключения арендных договоров, и в процессе определения цены, сроков и методов приватизации пройден большой путь и набиты многие шишки. К примеру, поначалу признанная недействительной из-за недоразумений с арендным договором продажа вот этого пражского ресторана вызвала скандал и отставку трех членов городской приватизационной комиссии. За опытом желающих приглашаю в Прагу, в коротком репортаже его просто не объять. Сейчас начинается новый этап, большая приватизация, в ходе которой найдет новых владельцев имущество куда более дорогое. Первая очередь приватизации – 52 промышленных предприятия стоимостью 108 миллиардов крон. В основном они преобразуются в акционерные общества. А держателем акций может стать каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста. В Канаде началась забастовка государственных служащих. Ее считают одной из самых массовых в истории страны, так как в ней участвует свыше 100 тысяч человек. Бастующие требуют повышения заработной платы в соответствии с ростом инфляции. Нельсон Мандела заявил, что Африканский национальный конгресс Южной Африки на предстоящей национальной мирной конференции намерен внести предложение об отказе всех без исключения политических организаций страны от использования оружия. Напомним, что только за минувшие выходные в столкновениях в черных пригородах Йоганнесбурга погибли около 60 человек. Президент Филиппин Карасон Акино приняла участие в массовом митинге перед зданием Сената в поддержку ратификации нового соглашения с США по базам. Как уже сообщалось вчера, большинство филиппинских сенаторов высказались против этого соглашения. В то же время базы дают работу тысячам жителей страны, поэтому многие филиппинцы выступают за их сохранение. Китай отметил 15-ю годовщину смерти Мао Цзэдуна. У его мавзолея десятки тысяч человек отдали в этот день дань уважения великому кормчему. Среди посетивших мавзолей был и его внук Мао Синьюй. Вновь вспыхнули волнения молодежи в городах Великобритании. Разбушевавшиеся юнцы по неизвестным причинам начали крушить и поджигать все подряд – магазины, школы и другие учреждения. Полиция пытается остановить разгул вандализма. Мы уже рассказывали о событиях, происходящих в библиотеке имени Ленина. Напомню, представители еврейской общины хасидов требуют возвращения библиотеки Любавического Ребе Шнеерсона, хранящейся в фондах Ленинки, в центр хасидизма в Нью-Йорке. Как же развиваются события? Судя по выражениям лиц и действиям представителей общины, они были почти уверены в положительном решении больного для них вопроса, который сейчас передан на рассмотрение только что образованному Госсовету. Как закончится эта история, пока неизвестно, но уже понятно, что задела она многих. И хотя сегодняшняя пресс-конференция Николая Губенко касалась в основном вопросов деятельности возглавляемого им министерства в новых условиях, на ней, конечно, речь зашла и о требованиях хасидов. На вопрос программы «Время», как, по его мнению, сложится дальнейшая судьба библиотеки Шнеерсона, Губенко ответил. Моя личная позиция была высказана и президенту, и многим из еврейских представителей, в частности, я, Гудас Хасиды и Хаббат, что до тех пор, пока хоть один еврей будет на территории этой страны, какой бы она ни была, я считаю невозможным возвращение этой коллекции. Тем более, что правопреемство духовное, такое теоретическое, Агудас Хасида и Хаббат, оно не обосновано. Может быть, суд может в этом разобраться. Считаю возможным это и необходимым рассмотрение этого вопроса исключительно на Госсовете страны или в судебном порядке. Наше время характерно пристрастным взглядом на историю и переоценкой ценностей. Поэтому так понятен интерес к выставке «Латвийский авангард. 20-30-е годы».
Она экспонируется в Государственном художественном музее в Риге. Это удивительная экспозиция живописи, скульптуры, сценографии, росписи по фарфору, графики производит ошеломляющее впечатление. И открытием целого созвездия талантов, и богатством коллекции, о существовании которой многие из нас и не подозревали. Между тем, большинство этих работ лишь вот теперь, стряхнув музейную пыль, появились из фондов, где десятилетиями томились обреченные на безвестность, а многие вернулись на родину с чужбины. Как картины Николаса Струнки, увиденные соотечественниками лишь через 23 года после смерти художника. Мы воочию видим звонкую, светлую, дерзкую отвагу молодости. Это живопись 30-летнего Яниса Тидеманиса. В 21 год Карлис Падек создал свою «Мадонну с пулеметом» и увековечил противоестественность неженского лица войны. Всего 29 лет жизни отвела судьба Язепу Гросвальду, но навеки оставила его имя в истории национального искусства. Свободное искусство. Она свободно создавалась. Она создавалась не по каких-то рекомендациям сверху, но она создавалась свободно по такому душевному порыву самих художников и по их такой внутренней потребности. Теперь мы предлагаем перейти от возвышенного к повседневному. А поскольку все начинается с дороги, именно о ней наш следующий репортаж. Представляю, как радуется душа русского человека при виде вот такого роскошного шоссе с современной разметкой, толковыми дорожными указателями, безопасным разделительным бордюром. Этот, когда-то довольно неблагополучный с точки зрения аварийности участок пути, реставрировала фирма «Виртвен» с присущей немцам аккуратностью и трудолюбием. Трехлетняя работа завершена. Сегодня разрезаны ленточки, прозвучали торжественные речи и все, что еще положено. Западные специалисты могут возвращаться домой, оставляя нам дорогу, признанную нашими специалистами на уровне лучших европейских стандартов. Хотелось бы теперь, чтобы мы стали настоящими ее хозяевами. Такими, например, как немецкий инженер, который схватился за голову при виде колесного трактора, пересекающего на наших глазах трассу из одного конца в другой, оставляющего за собой широкий след жирной земли. Он же с огорчением отметил, что в ночь перед открытием дорогу патрулировали работники ремонтной службы, так как у проезжающих водителей и жителей населенных пунктов появился нездоровый интерес к светящимся катафотам, вмонтированным в элегантные столбики на обочинах. Итак, новая трасса Москва-Домодедово протяженностью 23 километра открыта. Правда, неизвестно надолго ли, ведь под немецким покрытием советское основание. Итак, советские хоккеисты завершили выступление на Кубке Канады и возвращаются домой. Это стало известно после ничьей 3-3 с канадцами. На четвертой минуте, это вы видели, счет открыл Хайдаров. Тут же канадцы выровняли положение. Второй период. Вновь впереди наши. Гол забил Коваленко. И опять канадцы догоняют 2-2. Симак забрасывает шайбу 3-2, но уже через полторы минуты опять ничья 3-3. Четверка финалистов. Увы, без сборной СССР. Канада, США, Швеция, Финляндия. Явная неудача советской команды. Итак, мы посмотрели самые интересные фрагменты этого последнего матча сборной СССР, сборной Канады. Ну и сейчас короткое интервью, короткое резюме, может быть, выступление наших хоккеистов в Канаде Владислава Третьяка, который был участником всех розыгрышей Кубка Канады. Что вы увидели? Вы знаете, я хотел бы сказать, в первую очередь, что Кубок Канады на сегодняшний день – это самый престижный кубок международного турнира, который проходит. На нем вы видели самые лучшие хоккеисты всего света. И, конечно, очень обидно за нашу команду, которая просто растеряла тот престиж, который мои товарищи по команде много лет по крупицам собирали. Очень обидно, особенно в первых двух матчах, что наша команда была безвольной, без почерка и очень показала откровенно слабый хоккей. То есть совершенно не похоже на тот, к которому мы привыкли. Ну что, вообще наша команда была неузнаваемая. И я не знаю, что произошло с нашей командой. Я думаю, все-таки не на такой турнир надо ехать в полной боевой готовности, включая всех
игроков, и которые играют и за рубежом, и которые по каким-то мне непонятным причинам не попали в состав. Вот в связи с этим вопрос. Судя по составу игроков, в общем-то, у нас резерва практически не осталось, а ведь впереди Олимпийские игры. Ну, я думаю, что Олимпийские игры сейчас по накалу и по составу игроков, которые будут играть в национальной команде Финляндии, Швеции, Канады, не будут выглядеть так сильно, как были представлены на Кубке Канады. Я думаю, что наша команда этим составом, который сегодня, наверное, с олимпийскими медалями, наверное, с золотыми справится. Ну и плюс те, кто еще не вошел в состав, то есть кого не взяли в состав. Ну, я думаю, что к Олимпийским играм, наверное, будет после Кубка Канады, я думаю, будет сильный разбор вот этих неудачных матчей, которые наша провела сборная Советского Союза на Кубке Канады. Я думаю, сделают тренеры правильные выводы. И мы надеемся, что все-таки хоккей в нашей стране всегда был престижным видом спорта. И всегда мы, в общем-то, были на высоте. Я надеюсь и, в общем-то, желаю нашей команде на Олимпийских играх, кто, конечно, золотых медалей. Спасибо. Центр СССР, 11 сентября, на Украине 19-25 градусов, на Северном Кавказе 18-23, столько же 18-23 в Белоруссии, в Молдове 19-24, в Эстонии и Латвии 11-16, временами дождь, в Литве плюс 13-18, кратковременный дождь, в Мурманской области 5-10 градусов тепла. В Архангельской 13-18, небольшой дождь. В Вологодской области 13-18 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге 12-14, небольшой дождь. В Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь, ночью 7-9, днем 16-18 градусов.